Я всех приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Деннерс, и мы как всегда с вами залетаем на MyCSGO. Также не забывай приятный промокод вводить, именно вот сюда плюсик нажимаешь, вводишь здесь Деннерс и получаешь 30% депозита. Например, ты залутаешь туда 1000 рублей и получишь 300, да? Закидываешь 4000, получаешь 1200 на халяву. Закидываешь 10 тысяч рублей, получаешь 3000 на халяву. Любой приятный бонус ты можешь получить от любой суммы, самое главное с промокодом Деннерс на MyCSGO. Ну и приятные плюшки можно выбить и крутые скины с при помощи MyCSGO коинов. Именно вот с этих кейсов, которые копятся на халяву, когда ты открываешь любые кейсы. Например, мы с тобой сейчас откроем бонус кейс. Нажимаем, выбираем его и открываем медленно. После чего у нас крутится барабан и выпадает замечательный наш скин. А это у нас скин будет какой? Глаз Афины. 400 рублей просто на халяву нам падает. Ты также со мной вместе можешь играть на MyCSGO по промокоду Деннерс. Приятного просмотра. Ну что, друзья, залетели мы на MyCSGO. Тут на MyCSGO сейчас проводится офигенная тема. Смотрите, розыгрыш 7 чудес света, висячие сады. Здесь можем выиграть перчатки, ножи, топовые скинчанские. Смотрите, как сейчас вы посмотрите. Дней осталось всего лишь 46 дней, да? Смотрите, какие призы. Штык-нож волны, нож кукри, охотничий нож, медвежий нож, фальши, нож лезвием крюком и так далее. То есть, смотрите, вы когда на главной страничке находитесь, просто сверху, сверху тут нажимаете, у вас прогружается... После чего вы можете участвовать. То есть, что нужно там сделать, все легко и просто, просто выполнить. Вот видите, уже прогрузилось, все хорошо. Вот эти вот задания, просто повыполняете их, и все, у вас баллы копятся, и вы можете выиграть вот эти вот ножики, да, либо перчатки. 20 призов, это очень круто. Также раздача скинов постоянно здесь происходит, вот активная раздача здесь есть. Вы пополняете баланс, получаете тикет и автоматически участвуете в розыгрыше скинов. Это круто, мифические, легендарные, раздача эпические. Все в зависимости от редкости предмета, поэтому взлетайте, что вдруг по промокоду DNRS не забывайте. Смотрите. Ну что, давайте с самого верха сейчас попробуем и посмотрим, какие у нас есть новые кейсы, если здесь они вообще. Так, в ограниченной серии я не вижу новых пока что. Так, Fireflies и Cerberus Barge остается. Это прикольные новые кейсики, которые совсем недавно вышли. Так, из майнинг кейсов, из моих самых любимых кейсов, не знаю, майнинг кейсы прям вообще топовые, там такие ганы выбиваются, когда даже можешь не ожидать, и с первого раза могут выбить и так далее. Вот смотрите, вот тут перчаточный кейс, да, здесь реально, ну, очень часто дропаются вот эти перчатки, либо вот эти. Вот давайте вот 10 раз скрутанем, если с первого раза упадет, ну, не удивляйтесь, потому что это майнинг кейс, где могут выпасть. Вот просто попробуем крутануть сейчас с вами разочку. Давай, вот с первого раза дай перчатки, чтобы все офигели. Ну, не дало. Вот давай сейчас еще, давай три раза. Давай сейчас быстро два раза крутанем и попробуем. Ну вот. За 700 мы их сразу оставляем с вами. Как бы, я только хотел сказать, попробовать хочу убить сегодня и перчатки, и ножик. Вот, перчатки есть. И да, вот третий раз крутанем. Сейчас тоже могут, кстати, убить перчатки. 2-3 раза подряд без проблем. Ну, нет. Поэтому... Вот эти майнинг кейсы прям очень прикольные. Так, кейсы блогер, нового блогера завезли нам какого-нибудь, добавили, либо нет. Нема, нету. Бонусные кейсы, как их открыть? Потому что ребята многие заходят, говорят, блин, у меня нету бонусов, я не могу их открыть. Все легко и просто. Когда вы открываете какие-либо кейсы, где-то нет, а где-то есть. Видите, плюс бонус, да, написано. И тогда, когда вы открываете, у вас автоматически копится бонус. Вот смотрите, 21-32, да, вот у меня бонусы. Давайте вот выберем кейс про сахар, да. 10 раз крутанем, быстро, бац, видите, прибавили. Видите, 47 уже. То есть вот так вот это работает. Кстати, нормально дало, 300 дало. Давай-ка еще разочек крутанем, сколько сейчас даст. О, поток информации, 5500. А давайте-ка мы поток информации с вами оставим. Блин, когда я вам показываю функционал, и мы выбили перчатки уже, и поток информации до 3,5. Уже больше на 10 тысяч рублей выбили. Вот, видите, 74 балла уже с вами есть. И потом вы берете, вот смотрите, так, 74 балла, вот до 45 можем открыть. Берете, открываете, вам выпадает какой-то скин, вы либо его оставляете, либо продаете в себе баланс, либо оставляете и выводите в Steam. Так, по нашим сборкам... новый кейс хитбокс есть. Так, сколько он стоит? 139 рублей. Выглядит такой в стиле читерского стиля. То есть бокс, человечек. То есть как вот через люди, которые с читами, конечно, осуждают читы. Как бы не советую всем с этим играть. Так, перчатки, ножик, топовые скинчанские. По традиции 10 раз, раза 3-4 крутанем. Попробуем что-нибудь посмотреть, сколько падает. Так, 1800. Давай посмотрим еще разочек.
900 рублей упало. И сколько тут сейчас упадет? 1400 в ноль. Угу. Опять 900. И давай еще два раза крутанем и уходим на другой кейсик. Просто попробуем новый кейсик покрутить. Бустер лейбл 1200. Ага, 1000. Ну такое, то есть смотрите, он 1600. То есть он дает, не дает, дает, не дает. То есть, ну прикольный кейсик. То есть отсюда можно ганы какие-то повытаскивать, когда с умом играете. Самое главное. Так, что у нас? All-in кейс. Давай вот All-in кейс новый крутанем попробуем. Точнее не новый, один раз крутанем. Может быть с первого раза попробуем вытащить. Ага, и еще разочек. Ну, блин, что-то я сейчас заиграюсь. Погоди, я что-то, я сейчас думал. О, я думал, что сейчас вытащу. Потому что надо вытаскивать. И давай сейчас еще разочек и вытаскать сразу. Ну, оу, а, отлично, я даже не заметил. Еще 4,5 остается. Я хотел один раз крутануть, типа на нуле, что остаться, как я залетел сюда, да? Ну, там в плюс 1000 рублей где-то было бы. Еще остались юсп. Нормально, уже где-то на пятнашку где-то вывели мы с вами. Супер. Стандартные кейсы. Кейсы как в КС-ке. То есть вы также можете там их пооткрывать. Но здесь плюс в том, что тут вы когда открываете, да, там, вам нужно какой-то ключ купить туда-сюда. А как бы здесь ключа не нужно вам покупать. Вы просто берете так вот кейсик, берете за 285 рублей, например, киловатт кейс. А в КС-ке он стоит намного дороже. Плюс вам нужно ключ за 220, вроде бы, да, сейчас он стоит ключ кейс, там, ну, чтобы открыть, прикупить. И тем самым у вас получается там вообще кейсы по 400 рублей, а то и дороже. То есть берете десяточку, бац, открыть, киловатт кейс, let's go. О, Зевс выпал, отлично. Так. Оп. Так, сейчас, сейчас Зевс настолько дешевле стал стоить, ничего себе. Сейчас будет чаще дропаться. Зевс начал дешевле стоить. Калаш подороже начал стоить, да? Ага, я понял. Я думал, Зевс там раньше 1700 чем-то же стоил, верно же? Угу. Так, 2200 у нас остается с вами. Что можно крутануть? Easy knife. Как вы думаете, отсюда вообще можно ножик убить? Оп, давайте-ка один разочек. Сейчас так медленно крутанем, а вдруг сейчас выпадет. Ну. Давай, докрутишься. Ну-ну-ну-ну. Ай. Unlucky. Ну, бывает, как бы, не всегда ножи, да, дропаются. Так, что еще? О, по агентам. Так, два раза. О, два раза могу крутануть. Может, какой-то агента я себе оставлю, выведу. Так. А, тут не хочу никакого. Давай еще разочек. О! А вот это хорошо. Вот давайте его оставлю. Самое главное, что в плюс, верно же? Вот я его оставлю. Точнее, ее. Хорошая, хорошая. Так, 554. 554. Кейс бустера. Let's go. Пац. Прикинь, сейчас автотроника просто. Буф. Сколько она стоит-то? 45, прикиньте, за 45 тысяч бамса с одного раза. И просто вы в шоке, идете открывать, вам тоже он дропается. Как вам такое? Так, ладно, пойдем посмотрим, что нам вообще выпало. На вот такие вот скинчанцы у нас с вами выпало. На десяточку, на 15 тысяч рублей где-то выпало. На MyCSGO, вы считаете, это отличное открытие. Ну что, друзья, на MyCSGO у нас такое вот открытие с вами получилось. Напоминаю тебе промокод DENERS, юзай и получай 30% своему депозиту. И тем самым поддержишь меня, играя здесь. Пиши комментарии и также посмотри закрепленный комментарий. Как всегда, все полезные ссылки именно будут находиться там. До новых видео. Пока-пока.